Творческие встречи, народные гуляния, экскурсии, концерты. Завтра, 28 июля, на малой родине Василия Шукшина в селе Сростки пройдет торжественное закрытие шукшинских дней на Алтае. В 10 утра начнут работу два фестиваля – песенный и межрегиональный народного творчества. В полдень в мемориальной библиотеке есть возможность пообщаться с известными писателями, гостями шукшинских дней. В то же время можно будет принять участие в экскурсиях по памятным местам села. Их сотрудники музея Шукшина организуют впервые. Во второй половине дня праздник переместится на гору Пикет. Здесь откроется выездная фотовыставка и выставка народных ремесленников. В 16:00 начнется торжественная заключительная программа. Гости узнают имена победителей литературной премии и какой из фильмов удостоен гран-при кинофестиваля. Завершится праздник концертом певицы Пелагеи.